Одно из главных условий при выборе тормозной жидкости является рекомендация производителя. В книге для эксплуатации вашего авто производитель указывает стандарты для применяемой тормозной жидкости. Также в сервисной книжке для вашего авто вы можете найти информацию о рекомендуемых марках тормозных жидкостей. При покупке обратите свое внимание на герметичность упаковки. На упаковке должна быть информация, которую предлагает для ознакомления производитель. В ней должен быть указан состав и срок годности товара. Если у вас возникнут сомнения хотя бы по одному из перечисленных пунктов, стоит отказаться от покупки.